Айо, народ, с вами Эллисон, и сегодня мы играем очередную флешку, называется она 90 Second Portraits, переводится как 90-секундные портреты, и со мной сегодня по-прежнему, как всегда, как обычно, стандартно Фэнтом будет, будет заценивать мои шедевры, мои творческие работы. Так, блин, так сразу... Ладно. Так, вот такие вот у нее. Легкая эротика. Такие вот у нее. Блин, а как тут мешать цвета-то? О, так. Ну, немножко темнее. Нет, светлее. Вот, ну, пойдет нормально. Я дальтоник немножко в цветах. Ну ладно. Пускай будет такая у нее лицо, вот такое вот у нее туловище, да, сиськи. Сиськи обязательно рисовать. Так. Я думала, будет какое-то обучение. Блин, надо же было горы нарисовать сначала. Ну ладно. Ну, пускай будет вот такие вот там горы сзади. Блин. Создают видимость. Надо тени нарисовать. Тени, да, ну, точно, точно тени. Блин, я не успеваю. А, быстрее, быстрее. Тут вообще, не знаю, надо посмотреть будет потом чувствительность. Потому что чувствительность здесь, блин, я не знаю, как... Во, идеально, вроде. Тени, вот такие вот там тени будут. Вот. И глаза, блин, глаза, самое главное, это глаза, как здесь? Черные. Черные, черные глаза у нее. И заодно это тогда, сделай ей полосочки, что ли. Блин, я не успела. Ладно. Би, надо же, я на четверочку. Блин. Блин, как тебя? Хоть цвет ты это будет. Так. Салатовый. Вроде такой пойдет. Блин, надо было... Такие вот там. Ну ладно, вообще сначала голубым рисуется. Так. Ну надо... да, надо лететь. Сначала вообще задний. Да, напоминай мне, вот такая вот у него там трава. Вот такой вот у него. Немножко еще такое вот у него там небо. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Небо, небо. Подожди, там какой... Да пофиг на лес, мне главное его нарисовать. Я уже не успеваю. Подожди, ты какого цвета его рисуешь? Такого, какого надо. Ты же знаешь, у меня с этим проблема. Ну или у тебя. Чего-то зеленого. Он йода просто. Это йода в отставке. Блин, глаза! О, да. Интересно, какой это... Ну, блин, это очень сложно. Я не подготовлена была. F. Ну, блин, двоечка. Ну, ладно, ладно. Господи. Так, во-первых, у него какой-то там фон. У него фон. Какого цвета, господи? Какой? Подсказывай мне, какие цвета надо смешивать. Ну, наверное, это... Вот, такое вроде, да? Ну, да, давай, давай. Не-не-не, слишком светлый. Во-во, давай-давай-давай. Вот, такой. Ну, давай. Да. Блин, вот, тут есть такая штука. Брызгает много и сразу. Плохо, она брызгает, если честно. Лучше кисточкой. Ну, можно как бы наброски делать ей, а потом уже... Ладно, давай дерево. Я давай. Говорю прям как истинный художник. Блин, как тебя смешать-то? А, так. Вообще-то сначала дом. Какого цвета дом? Такого. Нет. Он такого, знаешь, красноватый. Вот, такого, такого. Идеально. Нет. Ну, ну ладно. Пусть будет таким. Блин, я-то его не успеваю нарисовать. Фон, если заморачиваться фоном, то... Сейчас вообще не поставить. Подожди. Но я буду пока начинать с все-таки с, ну, с силуэта, потому что мне
пока не получается рисовать фон. Ну или хотя бы наброски. Так, Би, смотри, Би, за что, Би? За фон. Так, зеленый у него. Ну вот, в принципе, подходил зеленый, ну ладно. То есть, это, конечно, светлее, но все. Так, такое вот у него, короче, какое-то тело. Торс, качок. Однобровый качок. Надо подкачаться. Так, вот. Потом, лицо у него, короче, какое-то... Пашка. Блин, даже не поймешь, какого цвета. Да не, вот там... Такого. Там у тебя был нормальный, в принципе, прошлый. Ну, блин, да. Ладно. Да ладно, уже давай время. И ушки, круглые ушки. Круглые, да. Потом тонкой кисточкой у него монобров, вот такая вот. Потом вот такой вот у него нос, и здесь подбородок небольшой. Вот, потом у него, значит, штаны. Господи, какого они цвета. Вот, идеальные. По-моему, прекрасные у него штаны такие. Надо фон. Да, пофиг. Да. Белый. Он типа на Луне. Не, надо было черный. Ну да ладно. Ну, Эф, ну блин. Ой, вот это вообще сложно. Красный. Во, идеально. Короче, вот такая вот хреновина. В прямом смысле этого слова. Вот такие вот у него, короче, штаны. Блин, немножко прокосило. Вот такие вот у него ноги. У него более широкая талия. Пофиг мне. Короче, белого цвета у него футболка. Вот такая вот. И щупальца вот эти вот там. Они уходят, короче, вот такая вот клешня. Так. Подожди, еще там щупальца возвращается, видишь? Блин, подожди, возвращается. Блин, у него немножко такой фиолетовый, по-моему, глаз. И красный рот такой вот у него. Во, о, еще у него эти. Щупальца верни. Я теряюсь. Город. Такой вот у него там сзади город. Это очень странный город. А! Эф, ну почему Эф-то? Я же... Вот прям не отличить. Ну, это, конечно, первая работа, можно простить, я... Ну, вообще без подготовки, без всего, ну, это, конечно, Настя, сложно. Мёда, это сложно было. За что здесь просто Б там или какую оценку? За что? Я даже не нарисовала человека. Цензура. Ну, это, конечно, ну, неплохая работа. Ну, вот это же шедевр. Вот это вот, понимаешь, что вот это вот просто оригинал, а это пародия жалкая на мой рисунок. Так. Ну, первый день закончился, ну, в принципе, нормально. Сколько у меня денег? У меня денег написано? 9 баксов. А где посмотреть? Ну, ладно. Так, зеленый. Зеленый, значит... Такой и посветлее. Пойдет? Пойдет. Блин, опять фон забыла. Ну ладно. Так, качок. Ну, с качком-то мы уже это научились. Ты только ему потоньше сделай. Ну, а тут слишком толстый в прошлый раз. В смысле? Ну, видишь, у него вообще заложенный кабель. Талия? О, блин! Ладно. У меня рука дернулась немножко. А ладно, закрасишь потом этим домиком. Хорошо. Так, значит, здесь у него лицо. Вообще не поймешь, какой цвет. Вообще не поймешь. Бежевый. Это вообще оранжевый какой-то. Да
И в том-то и дело, что я не понимаю вообще, какие надо смешивать цвета. Так, бровь, значит, у него такая немножко серая. Ой, потолще надо. Да, норм, как раз. Так, просто. Вот так. И штаны у него, значит, такие немножко такие. Фиолетовые. Вот, идеальные же штаны. Так, и еще у него там, блин. Домик лучше рисует. Поздно. Так, надо начинать, короче, с этого. Как его? Скажи мне, я тебе скажу. С фоном. Фон? Так, S, ну троечка, ничего. Так, Z. Готовиться надо, зеленый хрен. Так, блин, вообще-то фон сначала надо. Так, вот такой вот фон. Так. Ну это плохо, конечно, зафигачивать. Нормально. Так. Белый. Быстрее, белый. Белый. Так, есть. Угу. Так, зеленый цвет. Он сам вот, по-моему, вот такого цвета. Более светлого, нет, волосы. Будет жабкой. Помнишь, ты сегодня спрашивал про жабку? Вот. Короче, это она. Там была лягушка. Жабка, лягушка, какая разница. Так, такие вот у нее глаза. И немножко черные тут посередине. Так, белый рот. Главное, успею его хотя бы туловище нарисовать. Да, я же идеальный художник. Ты забыла нос. Ну он сложный, много элементов слишком. Да, Б, двоечка, ничего. Блин, ты куда ж приперся, мужик? Может зажать надо? Или... Нет, она будет? Так именно. Говорит, мало. Блин. Да, немножко у меня уехало. Так. Ну. Так. Белый. Так. Кончики горы, а то они какие-то плоские. Да пофиг, мужика главное. Во, идеальная рожа. Такая вот у него лицо, короче, такое. Такие вот у него уши. Клешня такая, блин, двумя пальцами, прям как у меня. И зеленый, значит, свитер у него. Такой немножко. Во, такой. Блин, на шею все равно. Так, вот так она идет, вот так вот вторая. И синие штаны у него. Так. Блин. Ладно. Б, смотри. Ты куда пришел, чувак? Так, синий, вернее, черный. Не знаю, какой цвет. Темный. Ну, синеватый оттенок. Блин. Город-то какого цвета? Алло. Ну там много оттенков. Будет таким. Как можно проще, короче. У нас минимализм. Я люблю минимализм, короче. У меня стиль будет такой. Все по минимуму. Так, трасса, значит, такая темная. Светлее, вот такая, да. Идеально. Так. Белые полосочки там на ней. Да ладно, их-то можно было пропустить. Так, он сам, значит, такого немножко... Вот такого. Вот такого цвета. Он. Так. Блин, что-то она пиксельная какая-то, нет?
Или мне кажется. Блин, чувак, ты зачем наушники, носки одел? Маленькую кисточку взяла. Возьми большую лучше. Понятно. Блин, я-то думаю, что у меня это не красит ни черта. Не, носки у него другого. Ну ладно. Нет, С. Ладно, С. Пойдет. Мой любимый крокодильчик, обожаю его просто. Так. Я обязана. По-моему, динозавр. Динозавр? Не знаю, у всех, у всех разные представления. Крокодил как бы зеленый, что ли? Ну, они разные это бывают. Слишком синий. Они разные бывают. У меня в моих представлениях такие крокодилы. Так. Вот. Значит, темнее, значит. Блин, че? Темнее у него такие глазки. Усы. Шляпа. Значит, потом белого цвета у него рубашка. Вот так вот у него ручка идет. Давай. Очень мало времени, очень мало, конечно. Давай, там уже есть этот розовый цвет для него. Такой? Не надо, оставь такой, да. Так. И голубое. Не, надо было траву, она тоже там была. Цвет такой был, была. Ты не успел. Блин, это другой цвет. Ладно. Почему не? Вон идеальная трава. Б! Ладно, Б тоже пойдет. Так, ну, смотри, в принципе, неплохо. Уже лучше, чем в предыдущий раз. Ну, здесь ручки я не успела. Ну, в принципе, такой веселый чувачок получился. Возможно, даже сохраню его себе. Вот. Ну, здесь безликий. Знаешь, напоминает Слендера чем-то. Такого... Розового цвета. Ну, это просто кисточку не ту взяла. И он, ну, там, очень много деталей. Короче, это мое лучшее произведение. Вот просто могу сказать, что это мое лучшее произведение. После птицы многогранника, как там, вороны в игре, как там ее, Квик Даун, блин, ну, короче, вот где мы играли, слова отгадывали. Вот. Это мое лучшее произведение. Ну и последний день. Третий Бог любит троицу. О, Дракула! Дракула. Блин. Как же его нарисовать-то? По-моему. Ну, у него конусообразная голова такая. Я не вижу здесь конуса, если честно. Ну ладно. У нас разные представления о фигурах. Так, серый цвет. Темнее такой. Блин, был же! Ну. Вот. Так. Это очень сложно рисовать мышкой еще и за 90 секунд, когда ты, в принципе, рисовать не умеешь. Возьми сразу этой краской. Могла бы ее сделать. Чего сделать? Ну, это... Выпилить свои. Он на Гитлер похож. Он на Гитлера похож. Ты ему зубы забыла, это шампир. Точно. А, скорее всего. Блин, ну какой F? Он же был просто копия. Надо было зубы. Он копия был же, ну. О, видишь, я уже шарю, какие цвета надо брать. Так. О, потом сразу красный бери уже есть.
Ага. Сейчас. Так, так. Взгляды. Так, так. Ладно. Так, так. Красный, да? Ой, 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 красный, красный же. Красный. Ты, кстати, шею забыл рисовать. Фосик. Я не могу терпеть тех теток, и они сложные. Так. Блин, я цвет уже использовала. Так, 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 так. Девочка. Чего? Ну ладно. Да куда ж ты, я? Идеальный. Б, Б, видишь, Б? Да, блин, мужик, ты чё? Не тот. Кисточка быстрее, на самом деле. Закрашивает именно фон. Так. Ну да, чуть горе. Не, ты коричневый слишком. Черный надо было брать. Вон он слева вниз. Человек дерево. А, вот именно. Ничего не понимаешь, я дальтоник. Так. Блин. Кейс. Какой-то недовольный лицо сначала получилось. При этом точки. Да блин, поиграй сам, попробуй. А, куда ты ушел? Какая D там была или какая? Я не увидел. B? Блин, инопланетянин. Что слишком на этой майке засыпались. Знаешь, это такой желтый, прям глаза режет. Ага. Такой. Я уже вижу. Ты забыла думать. Ничего не забыла. То есть, руки. Какой косой глаз! Чего не одинакового цвета? Они же одинаковые должны. Какого одинакового? Он вообще-то больше такой... Присмотрись. Эф, ну он же... А, белый, белый надо, белый. Блин, белый сказала. На луне вот он такой. Я сейчас тебя нарисую идеально. Давай просто. Рисую черный кон сразу. Я поняла уже. Так, здесь по краям главный фон. Так, так, так. Можешь, кстати, оставить точки, а не да, сделать. Да, я уже поняла. Он не треугольник этот. Пирамидальный треугольник. Какой ты сказал треугольник? Ну, треугольный, вот, точно, треугольный кроссовок похож.
Этот сайт не рассчитывал, то, что его этот первый палец вверх будет в кадре. Получилось не очень. Чего не очень? Он идеальный. Нет, я не про твой рисунок, я говорю, типа про это, фотографию. Носки давай. Ну вот я их и стараюсь. Ой. Смотри, капец. Вот почему за Гитлера не а вот за это а? Потому что там, смотри, там лучше получилось. Вот это лучше? Ну да, если не считать некоторых деталей, то некоторых деталей? Там фон вообще, смотри, не закрашен. Улыбки нету. Это вообще не пойми. Есть подобие улыбки. Ну... Вот это тут... просто слишком тонкая улыбка. Вот тут не понимаю, за что вообще занизили. Он же прекрасный, смотри. Ну, дядька с портфелем откусил ручку от своего портмоне. Тетка, ну такая тетка, немножко недорисованная. Очень сложно рисуется. Ну, блин, ну Дракула же, ну... Ну ладно, в общем, игрушка прикольная. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось видео. И до новых встреч. Всем пока.